Тасюль! Тась! Гули! Тась! Звери сейчас побегут. Да? Ну, совы под ногами все. Тикать. Будь. Вот зяблики наглые. Давай. Понеслась, да? Гули. Ай, горненьки. Пошли. Звери. Да что ж ты под ногами? Что-то вас мало, да, барон? Сейчас тебя жук покормим. Да, барон? Ух, машина, попался? Попался? Шо? Самолет? Ну, тяжелый. Тетям. Ага. И тикать. Жопки. А ну иди сюда. Ага. А вот зала. Дождик прошел и все. Залы уже не видно. Здесь паханный кусочек. То она будет хорошо. Рыхлая земелька. Вот так вот дождик все впитал в себя. А вот еще кусочек. Тоже было так везде зала, но здесь еще осадки остались. Здесь уже траншеями рыли. Вот так вот сверху мы это все забрасываем.
Вон дочки еще с листиками стоят, уже мужскую сережку пускают. Такая вот у нас. Такие вот кустики. Это самая моя любимая территория. Да, горненьки? Горненьки мои. Тоже вот маленькие посадили. Зачастую весной много сажаю, но тяжело. Вот в этом году такие вот отводки поделал. Один у нас. Вот второй у нас такой малыш. Вот еще один. Хорошая погода такая благоприятная. Единственное, что корневая система не совсем была развита. Хорошие пучки корневой, но тем не менее, для опыта оно пригодится. Посмотрим. Здесь это орешек был чисто прикопанный. А, вот эта ямка. Тут у нас просто орешек посаженный. Дальше. Что всем добра, ребят, самое главное, и здоровье, потому что без него никуда нам не